если отметить, что противоположная сторона круга, она очень раскатана. И там достаточно скользко, поэтому на противоположной стороне круга лучше заранее при выходе у вас из поворота левого чуть-чуть прикрыть, но не бросать газ совсем, потому что если бросить совсем газ, машина опять же вылетит на всю ширину круга. Чуть раньше прикрыть и на скользком льду, поставив машину в угол, нажать на газ, как бы повернуть ее практически перпендикулярно кругу. Тогда поворот следующий пройдется изумительно.